Питер Брейгель-старший, живописец и график из Нидерландов, основатель династии художников Брейгелей. Писал пейзажи и жанровые сцены, носил прозвище «Мужицкий». Картины его – это застывший кусочек Средневековья, дошедший до нас через века. Его творчество часто называют вершиной нидерландского Ренессанса. Брейгель был выразителем своего времени и народного колорита. Точных сведений о детстве художника нет. Считается, что он из крестьянской семьи, поэтому всегда тяготел к изображению деревенской жизни. Где-то в 1540-е годы 20-летний юноша приехал в Антверпен и поступил в ученики к придворному художнику Куку ван Альсту. После его смерти вступил в гильдию живописцев и в 1551-м нашел нового наставника и главного заказчика Иеронима Кока. Именно в его мастерской он познакомился с некоторыми работами Иеронима Босха, которого называли мастером ужасов. Босх поразил художника, и тот на некоторое время увлекся подражанием. А хитрый делец Кок выгодно продавал работы, подписывая их знаменитым именем Босха. Одной из таких работ оказалось «Большие рыбы пожирают малых». Но это уже была чисто брейгелевская, основанная на пословице: «Сильный пожирает слабого, а богатый отнимет последнее у бедного». Вскоре Питер уезжает в путешествие по Европе, посещает Италию, Францию, Швейцарию, вдохновляется живописной природой, знакомится с шедеврами итальянского искусства, пишет пейзаж с Христом и апостолами и целую серию невероятной красоты альпийских пейзажей. Возвратившись из путешествия, живописец покидает Кока и переезжает в Брюссель. С этого времени у него появляется собственный почерк и своя художественная философская тема. Триумф смерти. Момента моря. Помните о смерти. Она поразит каждого, и здоровяка, и урода, и счастливца, и горемыку, и короля, и последнего нищего. Перед ней все равны. Вавилонская башня. Казалось бы, что в ней изображен сюжет из Ветхого Завета, осуждающий человеческую гордыню, желание человека стать выше Бога, попрать его величие, построив город-башню до небес. Но знатоки видят аналогию с политической обстановкой в то время в Нидерландах, когда испанское католическое владычество жестоко правило, подавляя, усмиряя и уничтожая жителей протестантов. На это указывают и современные Брейгелю одежды персонажей картины. Кстати, этим приемом Брейгель будет пользоваться во многих изображаемых им библейских сюжетах, перенося их на земли Нидерландов и в его современность, в частности, избиение младенцев по приказу царя Ирода. Брейгелю было около 40, когда армия испанского герцога Альбы с приказом уничтожить еретиков в Нидерландах вошла в Брюссель. В течение последующих лет Альба приговорил несколько тысяч нидерландцев к позорной казни через повешение, причем на основании лишь сплетен и доносов. Брейгель пишет картину «Сорока на виселице». Сорока означает сплетников, которых он хотел бы увидеть повешенными. Кроме картин с протестной политической окраской, он создает множество работ из народной жизни. Это «Возвращение стад», «Охотники на снегу», «Сенокос», «Жатва» и «Сумрачный день». Крестьянский танец, крестьянская свадьба, раздача вина в день святого Мартина, детские игры. Все его картины надо внимательно разглядывать, самые интересные в подробностях, скрупулезно прописанных. Мы можем увидеть, во что играли дети Средневековья. Пословицы и поговорки отразились в его живописи. Это все многофигурные композиции, где у героев нет лиц. Он показывает сюжеты,
как бы с высоты птичьего полета. Но в последних работах наметился интерес к индивидуальным персонажам. Фигуры укрупняются. Несмотря на короткую жизнь, Питер Брейгель реализовался не только как великий художник, но успел обрести семейное счастье с любимой девушкой Марией, дочерью первого наставника Кука ван Альста. Мария родила супругу троих детей – Питера, Яна и дочь Марию. Судьба Марии неизвестна, зато сыновья стали известными живописцами. Прозренье его беспощадны, сужденье его непреложны, его дураки безупречны, его богомольцы безбожны, и его отношения с вечной бессмертной гармонией сложны.